16-канальный гибридный видеорегистратор. На распаковке Dahua XVR5216AN-i3. Устройство поставляется в фирменной упаковке компании и комплектуется мышкой для управления, адаптером и кабелем питания, Ethernet, SATA и документацией. Регистратор выполнен в черном пластиковом корпусе общими габаритами 37,5 на 29 см при толщине 53 мм. Вес без диска 1,6 кг. Поддерживаются два накопителя SATA емкостью до 16 терабайт. На лицевую сторону вынесены индикаторы работы и порт USB. Кнопка питания и все остальные разъемы расположены на задней боковой грани. Здесь 16 разъемов под камеры, 2 аудиогнезда RCA и еще один USB и гнездо питания. Плюс аналоговый выход под монитор, цифровой HDMI, сетевой интерфейс и ERS-485 для удаленного управления с помощью пульта. Модель рассчитана на использование 16 аналоговых или 24 IP-камер наблюдения с разрешением до 5 и 6 мегапикселей соответственно и частотой 25 кадров в секунду. Запись ведется в два потока и может включаться по расписанию, сигналу тревоги и вручную. Для сжатия видео используются ИИ-кодирование и современные кодеки H265 и H265+, H264 и H264+. В устройстве реализована поддержка наиболее востребованных функций. Управление 5Z-камерами, двухсторонней аудиосвязи, взаимодействие с мобильными устройствами и детекторами движения. Возможно подключение видеорегистратора к датчикам AOT и кассовым аппаратам.